внимание. 23 ноября 2019 года пропал подросток 11 лет. В районе 7 часов вечера он вышел из дома номер 122/11 по улице Калинина и не вернулся. Приметы пропавшего. Рост 130 сантиметров, худощавый, волосы светлые, короткие, голубые глаза, над верхней губой шрам. На момент ухода был одет в пуховик темного цвета, матерчатый с капюшоном, черная кофта, синяя рубашка, черные брюки, темные замшевые ботинки. Если кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефону 8-924-744-0020 или просто 102. Поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Возможно, кто-то знает о его данном местонахождении. Поставьте класс, чтобы как можно больше людей увидели это сообщение. А мы продолжаем следить за последними новостями. Подписывайтесь на канал.